Да, всем привет, ребят. Риолинда, Калифорния. У нас 27 декабря 2019 год. Ну, уже вечер. Почти, ну, в принципе, уже не вечер, а ночь. Около 12 часов ночи. Я вот сегодня хотел снять вот наш аквариум. И хочу показать именно видео этих рыбок, которых я купил. Вот такой у нас аквариум. 55 галлонов. Аквариум угловой. Сейчас немножко отойду. Вот так это выглядит. Очень удобный, компактный. Стоит в углу. Ну, 55 галлонов это, ну, грубо говоря, умножить на 4. Ну, то есть примерно чуть больше 200 литров аквариум. Так вот он с тумбочкой. В тумбочке внизу там стоит фильтр наружный. Вот. Ради чего я делаю это видео, это ради вот этих красопетов. Это у нас циклида Оскар или Астронотус. Но это необычная их форма. Это, ну, по-русски называются вильчатые, да. По-английски long fins, длинные плавники. Посмотрите, две цветовых вариации. Это, на мой взгляд, ну просто нечто. Я думаю, что это что-то новое, новая какая-то селекция, потому что даже, ну, не нашел еще на YouTube видео с такими вот рыб с такими хвостами. Посмотрите вот на это. У него, в принципе, хвост, как у хорошей гупешки. Вот весь расписной, видите, весь в этих оранжевых блестках. Это тоже очень красивая рыба. Она почти вот очень темная, только вот это глазчатое пятно. И, ну, просто я как бы, я когда увидел их, просто был шокирован, когда в зоомагазине увидел. Ну, это не примерно, я думаю, что тело, наверное, около 5 сантиметров, может, 4,5 сантиметра. И, ну, и хвост тоже, наверное, примерно такой же длины, чуть меньше. Ну, такие красавцы. Очень хорошим аппетитом они отличаются. Постоянно голодные, но это хорошо, я их понемножку даю им, этого корма гранулированного японского. И пока они, конечно, неплохо выглядят. И здесь очень хорошо то, что у меня, вот видите, стоит та помпа, аэратор. Она очень большой производительности, создает такое конкретное течение там внутри, то есть им надо постоянно двигаться. Ну и кроме этого, видите, еще обогащает кислородом. Очень хорошо, то есть у них, кроме того, что сейчас запас размера аквариума для них, и потом даже когда они здесь, в принципе, достигают своего полного размера, у нас уже это не первые астроноты, то есть будет очень крупная рыба, даст бог. И я просто каждый день наслаждаюсь и радуюсь, когда вижу вот этих красавцев, насколько они красивые, вот, ребят, смотрите. Просто красавцы. Ну, такие красавцы. Ну, и это вот я специально снимаю это для того, чтобы как бы память осталась, какими я их купил. Они уже чуть-чуть подросли, но не очень, конечно, потому что всего 4, может, дня минуло с того момента, как я купил. И вот будет прогресс. К сожалению, я не вижу сомика. Сомик, он тоже примерно 4 сантиметра длиной. Тот плескостомус, они, в принципе, очень крупные растут. Тоже очень быстро растут. Я, наверное, отдельно видео сниму. Так. Все, всем спасибо за просмотр. Bye-bye.